Хочу начать свое видео с обзора подъезда, где очень сырой пол, говорящий о том, что у нас вся вода идет в подвал. Вот такие реки у нас под окнами. Вот такой бежит ручей уже на протяжении недели. Возле дома номер 13, по улице 30 лет ВЛКСМ. У нас тут чайки купаются. Вот такое море-океан. Вот посмотрите, что идет у нас под подъездную дверь, в подвал наш. Вот такое болото у нас здесь. А идет вся эта история вот от дома номер 11, что там прорыв или не прорыв, и столько воды уже утекло за неделю, что это просто не сказать, ни пером описать.